Добрый день, друзья, сегодня у нас такой древний Samsung U700, тем не менее им еще пользуются, и замена шлейфа. Проблема этого телефона: не работает верхний динамик, и экран автоматически сам переворачивается зеркально. То есть это значит, что из строя вышел шлейф. Очень частая проблема у этого телефона. Так он выглядит, шлейф. Открываем крышку, раскручиваем телефон, снимаем батарею, снимаем заднюю наклеечку, под ней тоже два болта спрятаны. Снимаем, отстегиваем заднюю панель. Так вот она отстегивается. Кнопки, шлейф кнопок, вот он, отстегнули. Снимаем экран, шлейф, который мы будем менять. Стегнули. Вот, пожалуйста, излом. Я покажу вам поближе. Вот он. Снимаем два болтика. Вот они внутри у нас, которые держат верхнюю панель экрана. Открутили. Далее два болтика спрятаны у нас вот здесь вверху. Вот такими пластмассовыми колпачками снимаем их. Два болта еще под ними. Сняли. Далее сняли болты. Далее отстегиваем таким вот образом панель. Она у нас идет. Вот она, эта панель, она застегивается в такие пазы. 3-4. Вот в эти вот места. Сняли. Сняли защитный пластик, который закрывает разъем шлейфа, который мы собираемся менять. Вытащили шлейф. Вот он у нас. Бывают версии, в которых он припаян вот здесь, вот в двух местах. В таком случае надо будет отпаять. Берем новый шлейф. Вставляем. Застегиваем. Заклеиваем защитным пластиком. Далее берем механизм, который мы сняли сверху. Вставляем шлейф. При задвинутом механизме ставим на место, закручиваем обратно свои болты, будьте внимательны, чтобы здесь не было щели. Здесь тоже вот все стоит на месте. Четырьмя черными болтами
прикручивается эта панель раздвижная. Не надо путать ее. Ставим защитные колпачки. Далее снимаем защитную бумажку, сгинаем шлейф. Вот так вот у нас выглядит, он у нас склеенный уже. Застегиваем на плату свое место, застегнули, задвинули механизм, фолдер, застегнули шлейф клавиатуры. Ставим обратно кнопки. Кнопка камеры, кнопка включения, верхнюю панель. Защелкиваем пазы, чтобы не было щелей. С обеих сторон проверяем. Снизу ставим батарею. Включаем телефон сверху. Все включается. Закручиваем. Все работает. Громкоговоритель. Пожалуйста, громкоговоритель работает, все в норме. Всем спасибо за внимание, друзья. Ставьте лайки, кому видео было полезным. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. И всем удачного дня.